Еще раз напоминаю, что осталось последние две пары. Это для тех, кто играет в тотализатор. Пара, состоящая из 5 раундов по 2 минуты по кикбоксингу, который встретится Станислав Евтеев и Константин Глухов. А сейчас внимание на экран. Ну, здесь Роман Дабович по полной программе. Аплодисменты Станиславу Евтееву. Стас Евтеев, Эстония. Ну и в синем углу, конечно, Константин Глухов, Латвия. Встречаем Константина Глухова. Рефери этой встречи, судья международной категории по версии ВГА, Александр Наконечный, он же шеф охраны вернисаж. Аплодисменты Александру Наконечному. Саша чемпион. Формула боя 5 раундов по 2 минуты. Какая растяжка! Аплодисменты еще раз, ребята! Оба очень серьезные соперники. И один и второй очень опытные бойцы. И Станислава Евтеева, и Константина Глухова вместе в одном зале работают, знают прекрасно. Ну, сейчас мы видели первый раунд, да, как будто бы должны были немножко посмотреть, но все-таки ребята уже так немножко начали друг друга проверять, так сказать, прихватывать, что ли, да, то есть мы уже видели несколько мощных ударов, но немножко вот в конце первого раунда бойцу со стороны не повезло, видите, у него рассечение, да.
По всей вероятности, бой будет продолжен, но все-таки уже такая сечка в начале боя, и не исключено, что несколько ударов попадет, и врач его может снять. Но опять же говорю, что кикбокс, как и бокс, такой вид спорта, где может решить все один удар. Пока трудно сказать, что, как тут будет идти дальше бой. Ну, посмотрим. Пока-пока, хорошего дня. Станислав Евтеева секундирует Сергей Тульский. Рисунок боя, да, Константин немножко получше, на мой взгляд, работает ногами. Но мне кажется, что боец Эстонии хочет провести какой-то сильный удар с руки. Такое ощущение, немножко заряженный удар. Но пока не получается, но смотрим. Пока, конечно, ногами, а в кикбоксе, где ноги оцениваются больше, чем удар руками, Константин пока показался лучше. Третий раунд покажет, что там дальше получится. Аплодисменты! Держись.
Пошли уже ставки на акцентированные удары рукой у Станислава и ногой Константина. Костя. Есть! Еще! Еще удары! Напоминаю, что это профессиональный поединок. И в этом профессиональном поединке допускается травматизм, который может оценить только врач этих соревнований. Сейчас врач Павел Мустахин определит, может ли нет. Константин Глухов, лапая! Кто сделал ставки на Константина, не ошибся? Аплодисменты! Еще громче! Еще! В зале сидят родители, гости. Отец Игорь Глухов. Аплодисменты! Спасибо, Александр Наконечный, замечательный реферил. И сейчас последний поединок этого вечера.